Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева прибыла на выставку. Президент фонда Гейдар Алиева Мехрибан Алиева, супруга президента Турции Эмине Эрдоган, супруги, участвовавшие в саммите глав государств и правительств, руководители международных структур были проинформированы об организованной выставке. На культурном пространстве представлен раздел толерантности, отражающий наследие Джалаладдина Руми и Юнуса Эмре, выставка «Культура кофе по-турецки», образцы искусства Эбру, шелковое одеяние, блюда турецкой кухни и другие экспонаты. Вначале гости ознакомились с образцами турецкой кухни, затем их проинформировали о знаменитом кофе по-турецки, его истории и процессе приготовления. Гости посмотрели и посуду, в которой готовится этот кофе. Затем им был продемонстрирован процесс приготовления кофе на горячем песке. Сообщалось, что кофе, приготовленный подобным образом, бывает более вкусным и обладает специфическими качествами. Первую леди Азербайджана и других гостей проинформировали о приготовлении турецких сладостей и их составе. Гости понаблюдали за процессом приготовления турецких манты, ознакомились с представленными здесь поделками. Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий туристические возможности и кухню Турции. Гости послушали турецкую национальную музыку, были проинформированы о национальных музыкальных инструментах и их истории. На выставке представлены и различные драгоценности. Затем гостей проинформировали о традиционном турецком искусстве Эбру. Здесь был продемонстрирован процесс создания Эбру. Это культурная площадка, организованная для демонстрации лидерам стран Большой Двадцатки, другим гостям саммита и журналистам культурного и исторического наследия Турции, ее искусства, обычаев и традиций. Цель организации экспозиции открыта для посетителей с 13 по 16 ноября – довести до внимания гостей тот факт, что Анталия является пространством древних цивилизаций, культурного богатства и толерантности.